комнатный сорт томата Флорида Аппетит. Это очень компактный, аккуратный куст. Вот такой весь усыпан плодами. Плоды есть чуть крупнее, чуть мельче, но их очень много. Плоды висят вот такими гроздями. Такой вот весь пушистый куст. Листва у него обычная, но ярко выраженная, гофрированная. Высота растения от 30 до 40 сантиметров, а вес одного плода от 20 до 30 грамм. Высота растения 30-40 сантиметров. Если выращивать в открытом грунте, куст может быть чуть выше. И также в открытом грунте чуть больше масса плода. Если в комнатных условиях он будет весить 20-30 грамм, то в открытом грунте может быть до 40 грамм. Плоды сорта Флорида Аппетит спеют очень быстро. С момента первых всходов до получения первого урожая проходит примерно 80-95 дней. Листва у этого сорта по форме обычная, но ярко выраженные гофрированные узоры по ней. Кусты густо заполнены зеленью. Это сорт очень устойчив ко многим грибкам, имеет очень крепкий иммунитет к фитофторозу, к табачной мозаике, если выращивать в открытом грунте. Считается этот сорт одним из самых неприхотливых сортов черри. Отлично переносит перепады температуры, и при этом его урожайность остается на высоком уровне. Подходит для выращивания, опять же, на балконах в контейнерах, цветочных горшках на балконе. Объем горшка вот здесь 6 литров. Ну вот такой вот кустик. Вот столько плодов. Здесь и зеленые, уже и красные спелые. Тоже если вырастить и получить урожай зимой, это вообще шикарно. Шикарный сорт. Пробуйте, выращивайте. И будут у вас помидоры круглый год.